Очень интересно наблюдать за тем, как начинаются эти соревнования. Начинаются они с длительного монолога не Софьи Федченко, под руководством которой долгие годы тренируется Алина Горбачева, представляющая Тверскую область, а второго тренера из этого коллектива Влады Данилкиной. Наверное, едва ли не минуту что-то специалист рассказывал о фигуристке. Алина Горбачева – это очень интересная спортсменка, которая в короткой программе будет кататься под музыку к фильму «Круэлла». Завершается выступление в короткой программе Алина Горбачева. Начало женскому турниру положено. Начала очень здорово на эту, безусловно, яркую программу с этим ярким образом Круэллы де Вил. Но каскад подвел уже не первый раз в этом сезоне. Подвел Алину, потому что как будто, не знаю, заколдованный какой-то для нее этот прыжок, ведь в произвольной программе мы видели столько раз уже чистое катание и такое четкое исполнение именно этого элемента, но в короткой вот уже не первый раз не получается. Да, ошибка, может быть, не была сильно грубой, но все-таки приземление на две ноги после второго прыжка, которым был тройной тулуп, это все-таки для короткой программы, в которой нет тройного акселя, это роскошь, которую нельзя себе позволить. Что касается хореографии, вращений первых двух прыжков. Ну, первым прыжком был двойной аксель. Вот как раз ошибка на каскаде была на ваших экранах. Это был двойной аксель, поэтому, наверное, на нем вряд ли можно там что-то найти, чтобы что-то испортить. А вот Ридбергер был супер просто исполнен, очень четко, с красивым длинным выездом. На каскаде не получилось, к сожалению. Возможно, дело все в психологии, потому что кататься
Алина Горбачева умеет, и произвольная программа тому яркое подтверждение. Произвольная программа уже неоднократно в нынешнем сезоне, но и за короткую, даже с этой ошибкой, Алина набирает 67,22 балла.